Думаю, самое время достать наши конфеты. Конфеты делай нам. Всё. Вот наши конфеты готовы. Что надо отгадать? Начнем их доставать. Хочу сказать, пока наши конфеты были в холодильнике и остывали, мы в них позасовывали уже палочки. Так, одну конфету достали, Накир, держи. Еду. Держи, только не кушай пока что. О, второй держи. Вау. О. Это тебе. Один. Мне? Спасибо. Давай. Положим давай их так на тренку, чтобы они не пачкали ничего. Ой, цветочек. Давай, 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 давай. О! А как его... Да... А как его допечатать? Сейчас запечатаем, короче, давай достанем все. А где монетки наши? Давай и... О! Вау! Немного помятая, ну ничего. Даже вторая монетка. 50 копеек. Дай мне 50 копеек. Вау, как он крутой и шоколадный. А вот 25 копеек. Копеек. Так, давай достанем быстренько остальные. И что нам делать? Кружочек. Кружочек. Овальчик. Овал. Сердечко. Сердечко. И еще одно сердечко. Все. Это нам нечего. Теперь упакуем наши конфеты. Для этого надо. Для этого конфетная ленточка, которую нам дали из набора. Разрезаем по сгибам. Берем конфетку. Да вот этот овальчик, Кирюш. Овальчик. Заворачиваем. Заворачиваем. Это мой. Твой? Да. По бокам заворачиваем. Еще до бокам. Заматываем. Заворачиваем, как телека. Не держится. Так, а где наши ленточки? Вот. Ленточки приводим. Мы там и не берем. Да, узелочком как-то завяжем. Кто хочет, может бантиком завязать. Это мотиковат. Подожди, Кирюш. Твой, твой. Да, его. Подожди, Кирюш, я еще не сделал. А я только... Давай-то. Что это такое? Это монетка. Такая шоколадная и булка. Да, булка... шоколадная с буквами. Обрежем лишнюю ленточку. Стекер, шоколад тут обтовыш. Примерно так должна выглядеть наша конфета. Завязать надо было посильнее. Mm-hmm. Сейчас мы это исправим скотчем. Конфеты. Что, вкусные? Да. Вот и хорошо. А-а-а. Крокодил-бегемотый. Хотя крокодил чек шоколад. Крокодил все шоколад, да? Шоколада. Наша конфетка одна готова. Давайте положим ее в коробочку. Давай мне это такое. Так, завернем края. Дай, Крюш, тебе подарочек. Да. А я же прозрачную. Беру прозрачную клеенку.
возьмем нашу конфету на палочке. Давай цветочек. Вот он. Одеваем сверху. Зажимаем краев. Берем нашу ленточку. Давай уже красную возьмем. Вкусная. Вкусная, да? А когда мы будем его есть? Вот сейчас все сделаем и съедим ее. Вау. У меня есть. Так, давай бантиком. А вот так чем? Да, как-то так. Все-таки не хочет она бантиком. Ладно, следующую. О! Вау! Ой. Это приберем немного. Проверим. Теперь какую конфетку будем делать? Сердечко? Денежку. Денежку? Да. Что, замотаем ее? Да. Нет, давай ее так съедим потом. Да. Давай сейчас сердечко в красненькую. А как его съесть? Таким образом будем заматывать каждую конфетку. Сейчас тоже довяжем эту конфетку уже. Каждый по желанию может пить. Как угодно заматывать, разложить по подарочкам. Где папа, мам? Мам, где папа? Мам, где папа? А сейчас папа тоже будет кушать мам, конфеты. Где папа? Пошли, поехали. Поехали. Вот, замотали мы сердечко. Давайте вот он положим коробочку. Это будет той. И приклеим к ней открыточку. Открыточку. Все. Приклеим скотчем нашу открыточку. О, и подарим это маме, да, Кирилл? Да. Все. А теперь праздник живота. Кирюш, налетай. Кушай. На, нямка. Давай. И я возьму себе. Вкусно, Кирюш? Всем пока! Всем пока! Подписывайтесь на наш канал Поделки с Кирюшей. Обязательно ставьте лайки. Следите за нашими новыми видео. Пока!